Я еще помню жизнь до войны. Помню, что когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Все миллиарды сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Во тьме туннелей наши пороки разрастались, как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни и не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом. Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал.
Считай, помяли только. Возвращаются. Всем внимание. Нашелся герой. Чуть много, начальник. Ночь на станции. Но врачам я сказал. Понял. Открывай тогда. Что? Вперед! Он же нас спасал. Подожди, куда дальше? Налево, через площадь. Дамир, как считаешь, полковник в курсе, чем Артем тут занимается? А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил. Завтра будет тот. Эй, а ну отстаньте от него! Я сам убил из рогатки. Брось, Дамир. Пусть учится защищаться. В метро слабакам не выжить. Агана, подъем! Держись, Тёма. Сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови. Проснулся наконец-то. Доктор сказал, все будет хорошо. Ты меня окончательно сосвету жить решил? А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. Все, не успокоишься никак. Уперся, как баран. Сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно. Твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал. Она же тебя, дурака, любит. Папа, не надо. Ты из Ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, надо поговорить. Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Артем, мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Молодцы все же спартанцы. Артема выручили. Да, молодцы. Здоровяки такие. Честно говоря, уж и не помню, когда таких видел. Аня, я уже 100 раз говорил, да, немедленно возвращайся в поле. На поверхность слишком часто ходят. Ну, а что?
О, какие люди! Артём, здоров как бык! Ну ты, брат, князь, конечно, смотрите. Дал! Тёмыч, как ты, дорогой? Вижу, жив, бродяга! Пардон, сейчас устроим пир! Артёмыч, ещё пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже! Как там в госпитале, сестрички? Ну ты, да гостиня! Да хватит вам, оставьте парня в покое! Брат. С возвращением, Артём! Ладно, всё, разошлись. Даю вам 2 часа на все про все. Ура! Ура! Сейчас устроим! А у меня как раз с собой было. Ну вот, начинается. Только, приз, не как в прошлый раз. Держись, Артём! Тишина. Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зиммитер щелкает. Да еще эти вон, красавцы, летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артём, потому что умер. Загулялись мы. Пора фильтры менять. Ну-ка, смени фильтр. Мало в больнице лежал. Ладно, идем уже. Отец меня убьет, если я не знаю, что я с тобой пошла. Если узнает, что мы были в закрытой зоне. Ты тут все руины уже обладал? Видишь, как город разрушен. А у Москвы была самая мощная ПВО в стране. Если тут все в таком виде, представляешь, что в остальном мире творится. Давай сюда. Так что тут наверху жизни нет. Метро наш единственный. Может, все же вернешься в Орден? Переедем в полис, а? Отец квартиру обещает. Потому что если не мы, то кто? Квартира со своей кухней и душем.